Сиберда вошла в список курортов федерального значения. Такое решение было принято правительством России. Высокогорный курорт, расположенный в живописной долине, всегда был и остается популярным местом для отдыха и оздоровления не только наших земляков, но и жителей со всех уголков России. И всему причиной прекрасные горные ландшафты, великолепные озера, уникальный климат и кристально чистый воздух, способный излечивать от многих заболеваний. На территории курорта находится неповторимое по своей красоте и месту расположения озеро Каракёль. Его берега окружены соснами, чему и обязан город своими лечебными свойствами.